Всем привет! С вами снова Фил Ранис. И под эти прекрасные нотки Джереми Соула мы продолжаем прохождение Гарри Поттера и Узника Азкабана. Вообще, на повестке дня у нас очередное заклинание, но его, я думаю, изучать пока что мы не пойдем, потому что мы еще не были в темнице. Мы еще плохо изучили... Не хочу туда идти. Мы еще плохо изучили... Поля Хогвартса. Можно полетать на грифончиках. Такая серия каких-то побочных заданий и исследований. Так, ну подземелья, конечно, не такие. Эй, Гарри! Извини, но это тебе не по карману. Нифига себе. Ну да, да, ты права. Вот. Поля, подземелья, конечно, не такие крутые, как во второй части. Возвращаемся обратно. Это так, немножко посмотреть, непонятно зачем. Так, ну и здесь мы уже и так все с вами избегали. Пойдемте походим повнимательнее по... Во-первых... Можно бахнуть сюда до пульса. Попал. Опа. Тут у нас куча сюрпризов. И черти опять. Так, здесь ничего, здесь опять ничего, и вообще ничего. Так, это у нас спуститься. Так, давайте-ка разберемся с чертиками, вдруг что-нибудь дадут. О, как одним выстрелом-то. В легкую. Так, возвращаемся. И все? Эй, Гарри, иди сюда. Не пойду. Так, по-моему, если еще вот здесь полетать, то... Ой, что это было? То, по-моему, потом что-то дадут. Но это не точно. Ни хрена-то тут не дали. Значит, нужно что-то сделать. Так, тут у нас закрыто. Откроется в конце. Окей. Вот это прикольненький. Красивенький. Хороший бонус. Ёп. Твою ж. Понятно, надо как можно быстрее бегать. Все собрали. Теперь можно и вниз. Так, с этой стороны вроде все изучили. Теперь давайте-ка на ту сторону пойдем. Тут у нас намного интереснее. Так. О, видите? Появились вот эти штучки, конфетки, про которые я говорил. Так, давайте-ка еще вот сюда допульснем. Теперь давайте полетаем. О, видите, следующий появляется. Значит, надо было сначала наложить, потом уже летать. Отлично. Так, туда наложили, сюда наложили. Вот. Вот здесь я помню, долго не мог понять, что здесь сделать. Собственно, я и сейчас не помню, что здесь делать. Эй, Гарри! Так, вот у нас есть различные кнопочки. И что с ними делать, я... В
Все, вспомнил. Так, ищем все кнопки заранее, то есть. Нет, нет, это не кнопка. Так, вот у нас Пуффендуй. Вот у нас богатый рыцарь, давайте-ка по нему бахнем. Отлично. Так, вот здесь у нас Коктевран. Проваливайте, гриффиндорцы! Мы с такими, как вы, не водимся. Тут у нас Слизерин, и еще где-то должен быть... Вот он. Гриффиндор. Теперь смотрите, как это делается. Вот, Коктевран. Коктевран у нас был где-то здесь. Нужно успеть сюда добежать и бахнуть по нему депульсой. Я так по не помню, по-моему, нужно вернуться обратно. Да, и нужно вернуться обратно, нажать снова на эту кнопочку. Тут у нас теперь Слизерин. Слизерин у нас был... Гермиона, ты столько кажется, учишься? Вот он. Как тебе это удалось? Да, точно, вот он, Слизерин. Возвращаемся обратно. Ну и кошмарная история вышла с этим гиппогрифом. Теперь Гриффиндор. Добиваться, чтобы Хагрида уволили. Ща я тебя уволю. Так, и Пуффендуй, вон он. Вот нам выплюнули карточку с Фениксом. Так, теперь что у нас касается этой горбуни? А я уже не помню, что она открывает-то. Здесь нет. И не здесь. Давайте по птичкам, короче, побьем пока что по всем этим статуэткам, все пособираем. Барсук. Очень интересно, конечно, разброс вот этих животных по факультетам. Лев, змея, ворона и барсук. Ну, змея еще как бы да. Она там, по-моему, в некоторых мифологиях как-то фигурирует. Лев тоже, как бы, ну, там, да, царь зверей, все дела. Ворон. Ну, мне кажется, тоже, как бы, используется там какой-нибудь черной магии, все такое. Скажите мне, как сюда попал барсук? Я что-то не понимаю. Бедничаю, но только что мне рассказали, будто профессор МакГонагал, а не маг. Да, ну, бред какой-то. Еще в первом фильме вообще-то засветилась. Когда из кошки превратилась в... женщину. Так, что у нас Люмос-то открывает? Я уже не помню. О! И еще одна карточка. Так, тут у нас все. Идем дальше. Так, я еще здесь не пробежал. В замке какие-то побогаче рыцари-то будут. Так, давайте посмотрим теперь, что у нас тут. А тут у нас еще одна карточка. И пиквенные печеньки, которые... Не печеньки, просто тыковки, которые можно ломать и... Что-то с них да будет. Такой звук, как будто у кого-то не сварение. А, в этот раз надо всем троим, видимо, наложить, да? Давайте бахнем. Еще два кексика. И на этом все.
пятой части очень много будет интересных пасхалок каких-то и прочего, каких-то дополнительных маленьких интересных нюансов. Но до пятой части у нас еще, конечно, далеко. Так, давайте сходим, посмотрим, что здесь за колодец с Пикси. Пикси! Ну и дела! Эй! Отстань от меня! У нас тут нашествие Пикси! Устраиваемся поудобнее, это надолго. Заколдуйте колодец, и эта стая тут же всполошится. Она как зомбированная. Чтобы от них избавиться, вам нужно действовать всем вместе. Если с первой попытки со всеми Пикси справиться не удастся, можно попробовать еще раз и еще раз, а в общем, сколько потребуется. Он даже не моргает. Стеклянные зрачки. За каждую победу в награду положена карточка. Если прогоните из колодца всех Пикси, я толкану вам кокс по дешевке. Набора. Но это дело непростое. Понятно, чем тут студенты в лесу занимаются. Так, нам нужно 5 раз разобраться с этими ребятами. И здесь ничего такого крутого нету, кроме как простого закликивания Риктусемпра. Гермион сама порешает всех. Ну, вот видите, там вот справа сверху у нас появилась шкала. Количество этих пиксов. Здесь, по-моему, по 2 или по 3 волны, что ли. Великолепно! Мы получим целых 5 карточек, если сумеем прогнать всех пикси. Давайте прогонять. Это же так интересно. бегать и мышки двигать прям. Так как-то веселее, чем стоять на месте. Мы им показали. Правда, не очень привычно для меня. Попробуем сегодня так поиграть. Очень увлекательное занятие, да. А, вот, уже по 3 волны пошло. У них там гнездо, что ли, не пойму. Это было просто прекрасно. Просто замечательно. Так, здесь, по-моему, будет 4 уже волны. Ай. Попали. Нет, волны все-таки 3, но количество их все больше и больше. Главное на месте не стоять, чтобы они попадали. Гермиона, и ты просто молодчина. А чуть сначала Рон-то похвалил. Риктусемпра!
А, вот он. Прицелиться не мог. А знаете, что самое интересное и хорошее? Что потом в библиотеке нас ожидает еще книга с такой же херней. Мне также надо будет 5 волн выдержать, чтобы получить 5 карточек. Ох, чувствую, здесь сейчас последняя волна-то будет мощная. Вот они, налетели. Последний. Готов. И все. Так тебе, вали отсюда, скатерти дорожка. Вот это было круто. Да, Гермиона порадовалась, а Рон поугрожал, а Гарику просто все было круто. Мне кажется, все-таки они курнули, когда девчонка вот это им что-то дала, потом они только драться с Пикси начали. Так, ну давайте теперь еще и полетаем заодно. Вот он, второй заезд. Поехали. Привет, Гарри! Что, пришел еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Хорошо, Гарри. Вот им голову отрубить потом. Ай-я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 й. Да, мне кажется, сейчас-то я тут хрен что насобираю. Все мимо, все мимо. Молодец, клювокрыл! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Непривычно летать. То есть махнешь либо слишком сильно, либо слишком хороший слабо. Мальчик. На метле в первой части было проще. Тихо. Тихо. Хороший мальчик. Хотя, может быть, пройду. А может быть и нет. Нет, наверное, не пройду. Молодец, клювокрыл! Хорошо. Наверное, тютелька в тютельку сейчас будет. Ну-ка. Точно, 2800. Ну, нормально. Главное, что прошел. Карточка где? Отлично, Гарри! Спасибо. А вот я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Вот сейчас тебе дам звездюлей. За то, что так хреново летаешь. Удачи тебе, Гарри. Спасибо. Она мне очень нужна. Хотя скорее нужны прямые руки. Ой, колечки-то еще меньше стали. Ха-ха-ха, нахрен два кольца. Вот так хорошо все начиналось. Хороший мальчик. Блин, 4000. О, моего. Получилось. Мусиндарю. Вот, а башкой у-е-е-е-е еще и не подобрал. Молодец, вот, я клювокрыл. Помню, там 4 или 5 уровень, это вообще жесть. Жестко. Да.
Хороший мальчик. Хотя что-то мне подсказывает, я это не пройду. И, кстати, вот это, по-моему, придумали типа замена квиддича, потому что я говорю, как уже говорил в предыдущей серии, что квиддича у нас ни в этой части, ни в последующих двух не будет вообще. Есть! Там только в шестой части у нас куча всего понапихано. Получилось! Опять тютелька в тютельку прошел. Вот, я говорил, в шестой части у нас там куча всего понапихано. Там и зелеварение будет, и квиддич будут, и дуэли будут там прям. Я на ней, наверное, отлично, и закончу, Гарри. Потому что седьмая часть, она вообще ни о чем. Там просто для твоей коллекции. Там просто ходишь, палочкой стреляешь во все, что движется. Даже проходить я не хочу. Удачи тебе, Гарри. Спасибо. Так, ну теперь вообще... Есть! Жёстко. Хорошо. Ай, блин, я что-то думал, там еще одна такая. Листва, похоже, была. Получилось! Кстати, пока неплохо летел. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вырулил, отлично. Получилось! Так, ну, вроде неплохо. Не сглазить бы. Прикольно. Там висит кольцо, но игра меня туда не пустила. Хорошо. Интересно. Так, интересно, хватает, нет? Хороший. Чувствую мальчик. Прям приближение финиша. Да, хватает. Отлично. Четвертый прошли. Остается только сейчас пятый. Хорошо. Неплохо. Отлично, Гарри. А вот я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Так говорит. А вот я тебе сейчас дам. Так, ну и последний. Удачи тебе, Гарри. Самый сложненький, наверное. Максимум сосредоточенности. Молодец, клювокрыл! Дышим через раз. Хороший мальчик. Так, нафиг кто? Даже пытаться не буду. Молодец, клювокрыл. Хороший мальчик. Бутс. Хороший мальчик. Бус. Да, прикольно.
Так, и одно пропустили еще. Молодец, клювокрыл! Так, я надеюсь, он там не финиш. Это будет печально. Хотя я вроде пропустил всего два кольца. Хороший мальчик. Уже три. Ага, понятно, туда не успел повернуть. И ни хрена не пройдено. Эх, соточки, одного кольца не хватило. Ох, Гарри, вот же не повезло. Ну еще попробуй. И попробую. Поехали. Удачи тебе, Гарри. По-моему, уже кольцо пропустил. Хорошо. Услышал характерного звука. Ладно, не беда. А вот теперь беда. Ага. Ага, здесь еще и хрен ты прервешь это все. Мда. Чё ты радуешься-то? Опять не пройдем жвить. Ура! Ну да, это опять, короче, провальная попытка. Начнем тогда следующий кусочек с новой попытки. Я тут решил выйти и сохраниться. Я думаю, может, прокатит. Типа, если там же можно было выйти в меню, если сразу несколько штук напропускать, то сразу перезагрузить и заново полететь. Хотя я надеюсь, без перезапусков. Привет, сейчас Гарри. Попробовать. Да, пришел еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Хорошо, Гарри. Отдал бы ты мне так карточку, я больше не пришел к тебе. А, нет, забрал. Нормально, нормально пока. Хороший мальчик. Ура! Тормози. Понятно, минус одно. Нормально, эти перилки можно специально использовать, чтобы тормозить. О, нормально. Ура! Это очень интересно. Мне интересно, уже хватает или нет? 10 колец. Но я помню, что здесь уже финиш не за горами. Вон топ забрать. Отлично. 6 колец, интересно, тут будет? Ура! А, хватает! Ура! Даже 2 лишних. Ну и слава богу.
Молодец, Гарри. Ты заработал все 5 карточек. Захотишь, приходи обратно. Может, у тебя выйдет набрать еще больше очков. Да, о чем твои очки-то? Я не любитель мериться у кого больше. Так, все. Тут мы налетались, там мы все сделали. Давайте посмотрим, что нам... Опа, вижу кекс. Я вижу кекс. Я увидел кекс. Я забрал кекс. Так, давайте посмотрим, что предлагает этот малый. Эй, Гарри, иди сюда! Если вдруг вам интересно, так у меня есть кое-какие карточки на продажу. Нет, спасибо. Если передумаешь, дай мне знать. Я пока что не передумаю. Всего доброго. Да еб. Вы собираете карточки? Рунту с тажукой. Могу предложить одну очень редкую. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Да, кстати, ну, неважно, у кого попозже покупаете, как бы у них у всех один и тот же ассортимент. Просто они стоят в разных участках школы. О, опять сохранёнка. Это прям как кастры в Dark Souls 3. Напихан на каждом шагу. Пойдемте на еще одно заклинание. Но более-менее с секретиками мы разобрались. Так, где тут? На второй этаж. Вот оно. Треска. Или вобва. Как на картинке. Вот он. Пивасик. Глядите-ка. Гримзер, Визгли и Поти. Пивз. Ох, не нравятся же мне эти доспехи. У нас запер. Мы наверняка сможем ему навалять, если сотворим заклинание вместе. Нет. Сначала мы его измотаем. Или мы его. А потом ты, Рон, применишь Карпа Ретрактум. Ишь ты. Трое из ларца, все уродливые слепца. Тут я с ним согласен. Бац. Чё мне там у него? А, доспехи по частям вытаскиваем. Эй, фигли-мигли, Уизли, придумай! Гермионе досталось. Какой-то тухлятины в ней кинул. Он кидается шариками-вонючками! Карп-эритрактум! А-а-а! Гермион теперь воняет. Эй, фигли-мигли, Уизли! Риптусэмпра! Получше! Так, что-то ему как-то пофиг. Риптусэмпра! Карп-эритрактум! Вали отсюда, Потти! Зато, кстати, музыка из прошлых частей переехала. Риптусэмпра! Риптусэмпра! Карп-эритрактум! Так, вытянули щит, и давайте теперь еще булава осталась. Ай. Теперь я тоже воняю. Теперь я дважды воняю. Ром, ты молодчина! Легко делать все как надо, если испуган до полусмерти. Нам пора на урок трансфигурации. Нормально, вон та девка просто так, наверное, стояла и смотрела. Так, ага, тут у нас ничего. Давайте, добро позанимаемся. Добро пожаловать на урок трансфигурации. Одно из самых сложных заклинаний трансфигурации позволяет волшебнику сделаться анимагом. Анимаг может превратиться в животное, а потом обратно в человека. Например. У кого-нибудь есть вопросы? Да. Профессор МакГонагал? А вы оборотни в облике человека анимаги тоже блюете Нет, шерстью? Они не оборотни. Анимаги превращаются в животных по собственному желанию, а оборотень не способен контролировать трансформацию. Теперь переходим к теме сегодняшнего урока. Заклинаниям Драконифорс и Лапифорс. Мисс Грэнджер, будьте любезны. Помогите мне и классу. Продемонстрируйте нам высокое мастерство. Я? Конечно. Пожалуйста, войдите в эту дверь.
Ну что ж, начнем с заклинания Лапифорс. Правильно. Заклинанием Лапифорс можно превратить в кролика какой-нибудь небольшой предмет. Хорошо, мисс Грейнджер. 5 баллов Гриффиндору. Заколдуйте эту статуэтку. Заклинание Лапифорс оживит кролика, и вы сможете им управлять. Вот интересно-то. Лапифорс. Направлять движение кролика можно с помощью клавиш со стрелками. Щелкните правой кнопкой мыши, пацаны, и кролик подпрыгнет. Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вверх, дайте ногу, а затем отгрызу правую кнопку мыши. Дай кролик сможет прыгнуть дальше, чем обычно. Если вы захотите прервать действие заклинания, нажмите клавишу Enter. Заклинание потеряет силу и после того, как будет недурно. Теперь обратите внимание на земляной холм. Если поставить кролика на вершину холма и нажать левую кнопку мыши, кролик начнет копать землю. Правильно. Чтобы кролик начал пастись или рыть землю, щелкни левой кнопкой мыши. Превосходно, мисс Грейнджер. Депульса! Депульса! Нехило так с рыцари тут падает. Даже карточки. Так, тут ничего, тут окна, тут... А тут зайся. А за зайси кексик. Лапифорс! Лапифорс! Музыка приятная. Зато звук. Ну хотя что, это же оживленная статуя, так что... Может ничего и удивительного. Нехило мы тут откопали. Ну так его булками делают назад. Как взять-то? А, понятно. Понятно. Так, что здесь? Да вроде ничего, опять кроликом управлять. Вот это понастроили. Дайте уж почешу. Так, ну давайте собирать все, что у нас тут есть. Ничего нет. А где? А, вот, вижу. Отлично. Поднялись. Отсюда попаду? Нет, не попаду. Блин, кучу бобов просеял. Как куча? Там 1-2, черт с ними. Не критично. Все, наверное, да? Ну, вроде того. Так, по секретам. Тихо. Депульса. О, чёрт. Так, все, ну да. Теперь перейдем к заклинанию Драконифорс.
С помощью этого заклинания можно оживить статуэтку дракона. Драконий форс. Великолепно. Теперь слушайте внимательно. В процессе выполнения задания вам потребуется, чтобы дракон взял огненный шар. После этого дракон должен взлететь и приземлиться на платформу. И, наконец, нужно зажечь факел. Вот так, мисс Грейнджер. Нажмите пробел, ваш дракончик поднимется в воздух. Чтобы заставить его повернуть, используйте клавиши со стрелками. После того, как дракон схватит огненный шар, он сможет дышать огнем. Для этого следует щелкнуть левой кнопкой мыши. Запомните, один огненный шар дает возможность один раз вдохнуть пламя. Шариков можно собирать, по-моему, большую кучу. Да все, приземляйся. Пыхнули, отлично. Превосходно, мисс Грай. Так, с дракончиком все. Мы не спешим, давайте искупаемся. Так, вот эти тыковки. Опа, ломаем. И тут у нас печеньки. Отлично. Ну, что-то открыли. Да, а можно обратно закрыть, пожалуйста? Ой. Ну что ты там дразнишь, скидай давай. Как-то они долго взрываются-то. Если по одной. Так, что у нас в сундуке? Кексик. Так, ну теперь возвращаемся обратно и идем дальше. На вазах ничего, да? Уже побогаче. Так, ну давайте пособираем все, что получается цепануть. Самое главное печеньки, потому что вот печеньки-то да. Печеньки, кексики, это прям редкость. В конце игры, конечно, их все равно будет много, но чтобы их было много, нужно, чтобы их сначала много насобирать. Кстати, смотрите, видите, два шара подобрал, два раза можно пыхнуть. То есть шар можно подбирать много раз, но и потом им пыхать сколько угодно. Так, тут ничего. Я, кстати, комнатку не посмотрел. Может, тут есть что-нибудь? Нифига тут нет. Нехило, так уже 100 111 бобов. Так, ну и вот в сторону тоже ничего. На крыше у нас тоже ничего. О! Песеньки. Так, начинаем с кролика. Сюда еще сбегаем. Так, надо еще вот здесь побегать, попрыгать. Что у нас тут? О! Лишний.
лишние деньги. А тут что? Секрет какой-то. А, вот это все можно жрать. Давайте съедим здесь все. Тем более все съедим, раз тут еще и кексы. Кстати, на печеньке уже, смотрю, у нас куча. Надо будет сходить потом в лавку, посмотреть, почем там пароли. Так, что здесь? Вдруг кексы. Нет. Уи-и-и. Так, мы еще бобов откопали. Неплохо. Тут ничего. Двигаем дальше. Кстати, я там за королика что-то видел. Там и кексик был, и еще что-то. Я так понимаю, тут какой-то тайничок, и непонятно только, как его открывать. Во. Вот это вот. Прикольно бегает. Как куропатка какая-то. Давайте еще полетаем, еще бобы пособираем, заодно еще одно пламя захватим. Отлично. Сюда пыхнули. Бутс. И сюда пыхнули. Так, а вот в последнее пока что давайте не будем пыхать, а посмотрим, как сюда можно попасть. Не пропустил ли я где ничего-нибудь. Какие-то двери. Кексы. Давайте кексы возьмем. Так, ну сейчас посмотрим. Вообще вот здесь какая-то непонятная штучечка. А, ну отсюда я зашел. Понятно. Так, ну давайте последний разожжем, там будем думать. Так, ну и все. Депульса! Вообще ничего нет. А, нет. Что-то да есть. Так, наверх, наверное, основной путь. Да, вот. Надо было по рыцарю долбануть. Да. Вы бьетесь тут. Еще в камуфляж тут бегают. На палубу. Так, все. Даже карточку не дали. Жалько. А, ну вот мы и вернулись, отлично. Лезем выше. Сколько тут секретов? Ёпта мать. Неплохо. Где же я все их искать-то тут буду? А, ну вот вторая. Депульса! Депульса! Депульса!
Ну, типа такого мы уже решали. Депульса! В прошлой Депульса! Части. Только там портреты надо было увидеть. Депульса! Депульса! Так, ну давайте, конечно Депульса! Же, еще и бобы заберем. Депульса! Чё бы нет. Депульса! Тем более их тут нехило насыпали. Штук 20, наверное. Так, больше в этой комнате вроде ничегошечки нету. Алхамора! Мисс Грейнджер, это Бендимун. За ним тянется след из зловонной слизи. В нее не следует наступать. Фу, ну и гадость. Бендимуна можно оглушить заклинанием Ricto Sempra. На неподвижного Бендимуна можно запрыгнуть. Иногда таким образом можно получить хорошую награду. Учтите, действовать нужно быстро. Ricto Sempra. Ну, нам слизь не страшна, но нас так уже пивснаб сделал. Так, тут у нас ничего. Да вроде ничего. Бандимон, ой, как красивенько. Депульса! 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 Так, что тут сейчас будет? Вон я уже вижу, вот у меня не выползли. Ау! Так, где тут кролик? Вот он. За кролика надо... Ой. Так, давай, а где моя любимая музыка за него? Эту музыку я, по-моему, сыграл, когда Спунгифай проходил вторую часть. Теперь все собрали, теперь можно и в ямку попрыгать. В дырку. И в ямку. Уже вижу печеньку. И все? Нет, не все. Вот он, кексик. Да, на бобы в этой игре, конечно, не поскупились. Куда нам? Сюда? Да, сюда. Или не сюда? Нет, нет, все правильно. Изи! Ну, еще и бобов насыпали. Кстати, интересно, что-то секретиков-то меньше не становится. Депульса! 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 Так, а вот сейчас, наверное, станет. Спонгифай! Полетели. Ага. Депульса. Бахнем синенькую. Депульса. Бахнем пару раз красненькую. Депульса. Депульса. И пару раз коричневую. Депульса. Или оранжевую. О, карточку получили. Теперь бахнем синенькую. Ага. И бахнем
Красную два раза, наверное, один раз синюю. Депульса. Да. И все. Депульса. Ну и, конечно же, сюда еще два кексика заберем. Чё бы нет. Так, больше тут вроде никаких секретов нету, да? Да. Да, нам еще один засчитали, отлично. Их все меньше и меньше. Так, чем я всю сторону-то шатаю? Ахает. Депульса! Так, тут сейчас надо будет кроликом. Но прежде чем бегать кроликом, сейчас надо разобраться с вот этой херотой. Я даже не запомню, как это называется. Бандимун какой-то. Ау! Ай-яй-яй-яй. Так, а дальше чё? А дальше ничего. А, вот, кролик появился. Офигеть, уже 90 печенек мы соберем. Ага, и дракончик у нас теперь еще есть. Так, давайте, наверное, начнем с кролика. Что нам? Так, последний щит у нас здесь как раз-таки где-то, но нужно еще найти аж 3 секрета. Еще кроликом посмотрим, побегаем. Мне просто нравится за кролик прыгать, вот и все. Так, вот, еще есть. Сюда можно даже алхоморнуть. Так, давайте еще посмотрим. Так, тут ничего. Тут был. Ну и тут вроде ничего. Так, теперь давайте за дракончика. Шаг назад. И два вперед. Полетели. Хорошо, что тут еще не на время. Можно бегать, трезвиться, делать что угодно. Это вторая часть, у нас там все на время гоняло. Рекорд ставили. Так. Теперь что у нас по секретам? Надо что-то где-то разжечь. А, все, вижу, где и что. Так, вот и все. Но прежде чем сюда псигакать... Бахнул сундучок. Опять одного секрета мне не хватает. Опять что-то не нашел. Ладненько. Вот здесь, по-моему, стенка-то открывалась, да? Или не здесь? В общем, ладно, давайте заканчивать.
карточек, если не будет дохватать, потом буду секреты эти ходить искать. Отлично, мисс Грейнджер, вы справились. Собраны все 10 щитов, а это означает, что... Я пойду в призовую комнату. Потрясающе! Согласен. Ух ты! Это и есть призовая комната. Совершенно верно, Гермиона. Постарайтесь набрать как можно больше конфеток, пока время не истекло. Кстати, видите, теперь у нас еще, по-моему, здесь сейчас появится печенье. А, вот, видите, даже несколько кексов. А когда за Гарикой будем проходить, здесь бонусы будут еще больше и лучше. Так, так, ну понял, все, сюда теперь летим. Так, а это у нас что? О май! Так, собираем кексы. У нас с кексами дефицит. В стране дефицит с кексами. Я так и так уже два косаря почти не собирал. Так, давайте посмотрим еще, что у нас тут у рыцарей. Ох, нифига себе. Так, ну и время истекло почти. Посмотрим еще, что у нас. Зараза. Нет, вижу кексики. Стойте. Не успел. Печалька. Гермиона, вот ты где. Ну и как оно? Замечательно. Теперь я могу превращать предметы в дракончиков. Круто. Ты имеешь в виду дракона вроде тех, которые летают, ревут и сжигают деревни? Да. Нет. Это именно просто так. Очень маленький трансфигурированный дракон. Теперь Гермиона вот, у нас осады. Это... Гермиона, как он там? В Игре престолов, что мать драконов, я не знаю, или просто мы не можем смотрел. Вернуться и я думаю, это вы потом. Поняли, о ком я говорю. Так, нет, возвращаться я туда не хочу. Чё это? Ничего себе, Квиддич! Утро выдалось ненастно, ветреным. Гарри испытывал радостные волны. Ну, по-моему, это катсцена, не игра. Первый матч по Квиддичу в этом сезоне. Он играл великолепно. Клопы, клопы. Дементоры. Ой. Ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту. Песик. Гарри не пострадал при падении, но решил бороться со страхом, который внушали ему дементоры. Профессор Люпин предложил Гарри научить его, как противостоять дементорам. Он спросил Люпина о Сириусе Блэке, человеке, который был лучшим другом его отца, и выдал Джеймса и Лили Волан-де-Морту. Профессору явно не слишком хотелось говорить об этом. Гарри, давай-ка поучим тебя защищаться от дементоров. Естественно, мы не можем привести в замок настоящего дементора, поэтому возьмем вместо него Богарт.
Хогарт превращается в то, чего ты больше всего боишься. Ты, Гарри, больше всего на свете боишься дементоров. Сперва мы потренируемся на мишени. Наведи на цель волшебную палочку, затем нажми левую кнопку мыши и, удерживая ее, придай заклинанию силу. Ты увидишь, что по твоей руке движется кольцо света. Чтобы заклинание вышло безукоризненно, отпустить кнопку мыши нужно в тот момент, когда световое кольцо достигнет волшебной палочки. Давай попробуем. Заклинание произносится так. Expecto Patronum. Отлично! Сейчас колдую. Блин. Expecto Patronum. Отлично, Гарри. Еще два раза, и ты будешь готов двигаться дальше. Да, вот это я и имел в виду. Давай ты еще раз. Великолепно. Гарри, ты трижды безукоризненно справился с этим заклинанием. Можно переходить к следующему этапу. Твоя задача — обойти это помещение. В любой момент может появиться Богарт. Примени на него заклинание Патронус. Да чё мне твой Богарт? Вкусняшки есть какие, нет? Есть чё? Айс найду. О, нашел. И всё что? Нет, не всё. Ещё бац, и дементор вылез. Нет. Ноуп. Депульсо! Депульсо! Обиделся. Депульсо! Все? Все. Сходим в комнатку напротив. Тут у нас что? Ничего. Депульсо! Алакамора! Так, идем дальше. Секреты есть? Нет, секретов нет. Но в голову оленя все равно пометим. Депульсо! Я даже не представляю, где находится Богарт. Какая неожиданность. Ничего себе. О, дементор! Нет, Гарри, сосредоточься. Богарт принял облик дементора, чтобы сыграть на твоих страхах. Сейчас я на его страхах сыграю. Или в данном случае Бога несколько. От одного их присутствия тебя, скорее всего, парализует. Богарта можно обезвредить с помощью заклинания Патронус. К сожалению, только на время. Чтобы победить этих существ, нужно успеть сотворить заклинание на каждого Богарта, находящегося в комнате, пока заклинание не выдохлось. Отлично! О, да здесь еще и карточка. О! Что? О нет! Вот это подстава. Все прошло очень неплохо, а за ловушку и все прочее, ну, извини меня. Это было необходимо, чтобы увидеть, как ты будешь действовать, если дементоры захватят тебя врасплох. Ты справился великолепно. Спасибо, профессор Люпин. После урока Гарри спросил профессора Люпина, правда ли, будто Сириус Блэк и его отец были друзья. Казалось, этот вопрос обеспокоил профессора Люпина. Он сказал лишь, что некогда знал Сириуса,
Или думал, что знает. Короста исчезла. А знаешь, что я нашел на полу? Кошачью шерсть. Рыжую кошачью шерсть. Не думаешь же ты, что живоглот? Я только что узнал. Они собираются казнить Клювокрыла за то, что он напал на Малфоя. Нет, не может быть. Малфой сам во всем виноват. Пусть его и наказывают. Но ведь наверняка же что-нибудь можно сделать. Подать апелляцию. Есть идея. Давайте напишем жалобу. В какой-то книге точно писали о суде над гиппогрифом. Тогда звери оправдали. Пойдемте в библиотеку. Мне нужно найти эту книгу. Я пойду, но твой кот Гермиона надоел мне окончательно. Интересно, а где мадам Пинс? Может, живоглот и до нее добрался? Нам обязательно разрешат посмотреть книги, где упоминаются суды над гиппогрифами. У нас чрезвычайные обстоятельства. Они хранятся в отделе юридической литературы, но там заперто. Должен быть и другой способ туда забраться. Ну ладно. Ну давайте постараемся не вляпаться в какие-нибудь неприятности. Неприятности? А кто сказал, что у нас будут неприятности? Неплохо. Система защиты. Депульса! Да фиг знает. Депульса! Алахамора! У Гермионы глюки, по-моему, уже в воздух стреляет. Алахамора! А, 4 секрета надо найти, да? Окейшки. Видимо, все. Нет, какая-то книжка живая. Гермион не глюки, вот она. Депульсо! Все. Рон, проводи нас в отдел юридической литературы. Отлично! Карпе ретратум! Карпе ретратум. Карпе ретратум. Ничего себе! Здесь лестница. Ничего себе нанотехнологии. Так не помню, зачем мне дали поиграть за Гермиону, которая прыгать даже не умеет. О! Карточка. Отличненько. А тут чё? Ничего. Алахамора! Рон, я заберу. Рон, Гарри, поищите Коросту. Если покажется мадам Пинс, мы тебя предупредим. Библиотеки, по-моему, страшнее, чем где-то еще. О! Неплохо. И все, больше ничего нет. Ага. Как же мне вас не хватало, ребята! Блин. Что ж, вас сейчас еще убьют меня, вот это будет позорище. Нет, не убьют.
Заклинаний вроде никаких. Секрет тоже что-то по нулям. Драконий порт. Так, ну, смею предположить, что надо разжечь камин. Точно. Тут у нас ни черта нет. Вот эта книга! Отлично! А теперь скорее к Хагриду. Вперед! Ну что, узнала, как помочь Клювокрылу? Да, а книга уже лежит в доме Хагрида. Погоди, как ты это делаешь? Мы же только что с тобой расстались. Ну, я прошла короткой дорогой. Если мы не хотим опоздать на урок заклинаний, то пора туда отправляться. Занятие проходит вон там. Ой, блин. Фу! Уберите от меня эту пакость! Я знаю, чем закончим эту серию. О, нет! Давай-ка продолжим о, поиски. О, да. А разве нам не пора на урок заклинаний? А, нет. Да. Но думаю, мы найдем время, чтобы разобраться со всеми делами. Решай, Гарри. Мне сейчас некогда болтать. Конечно же, идем разбираться. Заклинаний. До встречи. Там буйствует какая-то кошмарная книга. Надеюсь, вы пришли ее утихомирить. Аппетит, наркоманка. За каждую победу в награду положена карточка. Всего таких карточек 5. Не волнуйся, мы обо всем позаботимся. Удачи вам. Я бы осталась и помогла, но... я опаздываю. Да, сильно опаздываю. Клиент ждет. Так, ну давайте еще с этим разберемся и на этом закончим. Все-таки сварение. Опять что-то со звуком. Староста сказал, что мы получим все 5 карточек, если сумеем задать этой заразе хорошую трепку. Бегульсо! Бегульсо! Просто молодцы. Ой, и не говори, Рон. Не, ну Спикси как-то было поопаснее даже. Хоть они там чем-то кидались. Просто у тебя как-то. Правда, двигаются быстро. Хотя нет, урон быстро. Что ж, спамрал. Рон, я уверена, убила. Что теперь ты колдуешь куда лучше, чем раньше. Конечно. На уровне Альбуса Дамблдора. Так, сколько я? Две или три получил. Если мы сумеем добить это чудовище, то получим последнюю карточку из набора. Отлично. Давайте это и сделаем. Пока нас так хорошо прет. Когда она уже сдохнет.
Все. Изи вин. Так и надо этой чудовищной книге про чудищ. Фух, ну и гнусная же книжка. Гермиона! Не выражайся. Так, все. Похилялись. Ну и у нас на очереди следующее заклинание, пожалуй, которое, я думаю... Пожалуй, нам уже пора на урок заклинаний. Которое мы пройдем в следующей серии. А с вами был Филуранис. Всем пока и до новых встреч!